Обалдеть! Вот это свезло ему. Да, это лучшее, что со мной случилось. Привет, друзья! Экосистеме МТС 30 лет аж целых, и в честь этого, конечно же, происходит глобальный розыгрыш призов с подарками и суперпризами, такими как сегодняшний суперприз. Это встреча с музыкантом Антоном Беляевым. Давайте посмотрим, как это все происходит. Привет. Приветствую. А я Сережа. Я Дима. Я Лена. Илья. Владимир. Очень приятно. Екатерина. Настя. Иван. А я Оксана. А я Саша. Ксюша. Ксюша. Как вас зовут? Наталья. Сережа тоже. Блин, спасибо тебе огромное за это, потому что я вообще не умею запоминать имена. Откуда ты? Из Москвы. Из Мытищ. Москва. Я москвичка. Оказывается, москвичи существуют. А погодите, вы специально приехали ради этого дня? Да, да. Обалдеть! И ты не был в Москве до этого? Нет, никогда. Но зато теперь у вас есть неплохой знакомый в Москве. Да. Да, Антон. Самаре, привет. Блин, круто, я вас поздравляю. Надо сделать так. Прекрати! Эй, я главная звезда этого выпуска, не переманивай к себе внимания. Валь, можешь меня уже в кадр не брать? Нет никакого смысла. Как давно ты в музыке, в музыкальном продакшене? Как давно ты пишешь альбомы? Сегодня 3 декабря, значит, сегодня. Ну, я тоже творческий человек, и мне было интересно послушать Антона. Я могу сказать, что вы были самый активный участник сегодняшнего мастер-класса, встречи. Вы к музыке какое-то отношение имеете? Какого? Я строитель. Вообще никакого. Ты сейчас уселся в кресло, значит, в котором часто сиживал Матвиенко. Какие ощущения вот там сейчас? Я чувствую, что мне передается магия Матвиенко. Все это в себя впитываю, всю эту вот магию, информацию, звук. Он хорошо поет? Он не поет, он диджей. То есть ты тот человек, кому этот мастер-класс непосредственно по профессии был нужен? Практически да. Вам было интересно? Мне было интересно. Наверное, это погружение в что-то новое для меня. Интересно для того, чтобы, ну, расширить вообще свой кругозор. Я занималась вокалом несколько лет. Наверное, самое, что вот меня интересовало, это вот когда говорили про треки, когда мы могли послушать с разных сторон, потому что я, признаю, сама по себе не так хорошо слышу вот эти вот детали. Вы здесь, я так понимаю, что разбирали, как делаются треки, и это кирпичик за кирпичиком тоже, да? Да, это именно строительство. Ты должен был сказать сейчас, что после этого мастер-класса ты понял все про музыку. Более чем даже, ты я сказал. Ты уходишь в музыку. Да, я думаю, пора поддаваться в новую сферу. Как ты думаешь, за что отвечает вот эта кнопка? Соло. За соло. Занимайся логистикой лучше, действительно. А можно было сказать, что это вершина твоей жизни? Да, это лучшее, что со мной случалось. Я с тобой приятно иметь дело. Вообще, Сережа, самые потрясающие люди, я вам хочу сказать, на моем опыте. Владимир. А Владимир? Ну, не знаю. Какие впечатления от встречи с Антоном? Положительные. Хочу еще. Может, какие-то неожиданные вы что-то подметили? Может, что он постарел? Что-то прям такого удивительное. Или он еще красивее, чем на экране в жизни. Ну, что-то. Ну, очень живой, искренний. Достаточно глубокий и содержательный. В общем-то, все интересно. Он как бы рассказал все изнутри, показал вот эту вот всю кухню. Это не кухня, это студия. Да. Эти женщины, смотрите. Очень часто, да? Фоточку бы тоже было бы неплохо. Кстати, сделал у нас с Антоном фото? Да, да. Ты, Антон Беляев, и подпись нужна какая-то. Не знаю, может, есть какой-то. Пиши с лучшим другом. Что там такое за пакет у тебя лежит? Покажи, пожалуйста. Очень сложно не пошутить про пакет услуг. Давай откроем. Откроем. Какой-то брелок. Причем... Брелок с брелком. Для моей жены по утрам так, когда отеки все идут. И она не затвердеет. Грелка будет гореть. Это грелка. Так это грелка? Я думал, это наоборот. На лицо это лучше как раз не класть. Да, согласен. Ну и, собственно, видимо, главный компонент этого мерча. Мне вообще нравится новый тренд, что мерч как бы не в глаза бьет, да? Ты везунчик, получается? В какой-то степени, да. Где-то еще выигрывал что-нибудь? Нет, скорее нет, чем да. Ну вот все с этого момента сейчас попрет. Вам вообще часто везет? Вы часто выигрываете что-нибудь? Ну это второй раз. А первый раз что было? 3000 рублей.
Я не могу не спросить. Ваш выигрыш в супермаркете 3000 рублей и этот выигрыш. Что более ярко? Более круто это здесь. Точно? Абсолютно. Подумайте, я вам даю время. Ну, это же не 3 миллиона. Ты же с ним пообщался чуть-чуть? Успел? Да. Ты как на коллаб напросился? Я надеюсь, что в будущем будет коллаб. Считаем это за маленькое новогоднее чудо? Да, конечно, безусловно. Конечно. Да. И в ожидании новых чудес. Это реально новогоднее чудо. Реально. Боже. Да, вот это. Про коллаб, давай, коллаб, проси скорее. Мы будем коллабиться с тобой. Антон, прости. Беги скорее. Я просто чемодан пришел. Да. Я вас поздравляю с тем, что вам повезло, что вы здесь, с новым опытом, с новым знакомством и с Новым годом наступающим. Спасибо и вас наступающим. Слушай, ты очень классный. Я тебе гарантирую, что вот ты говоришь, что ты не выигрывал. Так. С этого момента попрет. Ну, с МТСом так точно.